26 апреля исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, ставшей крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения людей. В юбилейном микрорайоне Краснодара состоялось мероприятие у памятника ликвидаторам катастрофы. В нем приняли участие представители администрации муниципального округа, депутаты городской думы, представители организации инвалидов «Чернобыль», а также участники ликвидации. От Екатеринодарской епархии в мероприятии принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов. Что двигало этими молодыми парнями? Любовь к родине, любовь к родной семье, к жене, к своим детям. И они понимали, что отдавая жизнь за своих родных и близких, они приносят себя в жертву ради любви. И это слово, которое сказал нам Христос. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. И не зная того, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы отдавали свои жизни. Да упокоит их Господь в стране живых, где уже нет болезней, печали и воздыхания, но жизнь бесконечна. Там они уходят от нас на небо. Потому что смертью Христа побеждена человеческая смерть. И Христос подарил существующим в гробах жизнь. Ветеранам-ликвидаторам и участникам мероприятия вручили Евангелие от Иоанна. Все человечество содрогается, вспоминая катастрофу на Чернобыльской АЭС. В память о ликвидаторах последствий аварии участники мероприятия возложили к монументу цветы. Краснодарский край внес значительный вклад в ликвидацию последствий аварии. В аварийно-спасательных работах участвовали более 11 тысяч кубанцев. Христос воскресе! Вечная память усопшим, погибшим, защищая нашу страну от этой страшной катастрофы. И многое лето, доброго здоровья и помощи Божьей всем вам, живым.